За несколько минут школьники выбрали капитанов, придумали названия и девизы своим командам. Девочки назвали себя «Винкс», мальчики – «Трамплин». Команда мальчиков сразу вырвалась вперед и получила заслуженные 5 баллов за оригинальный девиз «Прыгнем вверх и полетим». Следующим был конкурс «Какие мы разные» – серия вопросов для мальчиков и специальные вопросы для девочек. «Бокси, удар слева» называется «Тук слева», «Бук слева», «Вук слева», «Хук слева». Более сложные вопросы ждали ребят на следующем этапе батла. Единственная дама в круге зодиака. Время. Много смеха, адреналин. Мальчишки никак не хотели уступать девчонкам. И разница в счете была минимальной. Первый тур закончился в пользу девочек. 24-21. Неожиданным был ответ ребят на вопрос, кто первая женщина, которая полетела в космос. По их версии, это была собака. Игра с буквами окончательно сформировала у команд дух соперничества. Собрать слово, держась за буквы руками с двух сторон, было непросто. Но школьники справились и с этим заданием. Особенно развеселил участников и зрителей музыкальный конкурс «Не надо». «Надо ля-ля». Девочки должны были проквакать известную мелодию, а мальчики прокискать. Но, как и положено, мальчики, как истинные джентльмены, пропустили команду девочек вперед. Мы досадно проиграли 2 балла, но мы не расстраиваемся, все будет хорошо. Девочки же, наоборот, на победу рассчитывали и результатом остались довольны. Ведь это хоть и слабый, но очень сильный женский пол. У меня сейчас смешанные чувства, особенно чувство радости. Но и чувство обиды, то, что у нас мальчики не такие умные. Завершилась битва полов торжественным награждением и фотографией на память. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.